Ну что, проверил. 3 километра где-то проехал я на нем. Да, валит, спору нету. Износ, говорят, вариатора большой, так? Фиг его знает, не знаю. Сейчас посмотрим. Вот, сейчас поставим. Вот, сейчас на ролике посмотрим, да, уже немножко подбитые. Ну да, износ видно ощутительно, сразу видно, что нагрузка на них большая. Спору нету, ну валит, да. На оригинальном вариаторе валит, как тебе сказать, ну не с места там буксы, но у меня вот провалы, проблема вариатора, что провал до 40. Да, это убирается, провал идет, для разгон двигатель своим голосом работает, все разгоняется четко до 40, бля, потом уже нагрузку чувствует, все едет уже поспокойнее. Сейчас поставим. Шанговича, улица, значит, развязки, внутреннее наружное колечко, чисто, экипажа нет. Что у меня есть с этими оригинальными роликами? Что будет? Сейчас будем смотреть, какие у меня самые легкие. Так, 5.1. Вот этот второй. Еще где там? Еще один. Вот. 17.5 получилось. Давайте посмотрим, что будет. Посмотрим. Так, только что мы располагаем эти вот ролики, соответственно, не так, как они были, стояли, как здесь. Вот, сейчас бросим один ролик с легкими, что будет. Вот так, через один бросаем. Они 5 и 3 у меня выскочило, да? 5 и... 5.3, 5.1, где-то так. Вот, ставим. И посмотрим. Я вам результат скажу. Все, давайте дальше, удачки. Ждите.